Я тут как бы первый день к вам пришел на место менеджера, мистера менеджера зоны содержания. Можете показать, как у вас тут все по освещению? У нас тут все хуй. В первую очередь надо обратиться через центр госсовещания на весь комплекс. Потому что вы отвозили на рабочий день и поздоровался с персоналом. Че вы стоите, пойдемте. Я зачем нужен? Я один стесняюсь говорить. Что сказать-то? Давайте подумаем. Спасибо. Я первый раз на работе. Всем привет, я новый менеджер. А, нужно предварительную речь, это политическую придумать. То, что сегодня день пиццы, всем пицца там, да, столовая, да. Еще чего-нибудь. Всем с добрым утром, дорогие мои сотрудники. Я теперь новый мистер-менеджер зоны содержания. И первым моим сообщением будет то, что сегодня день пиццы в столовой. Так что, думаю, всех хорошее настроение, чтобы работать без происшествий. Насколько оценишь, 10 из 10, конечно. О, спасибо. Я в себе не сомневался. Мы тоже в вас не сомневались. Пицца зарешала. Это было круто. Спасибо. По мне тут по кодексу должны быть аптечки по стандартам. Оба-на. Их уже разворовали до вашего прибытия. Я пошел. А, ну, так как вы остались последними, будете тут мне показывать, как все работает, например, как вот это вот возможно. Вот тут пятно света, тут что-то светится, а что светит? Тут ничего нету. Новая лапочка, невидимка. Что ж, серьезно? А его даже украсть нельзя, получается? А, ну да. А как ее менять, если что? Мне ж не видно. Да, а, беда. Я даже не подумал, куда это делать. Что это за херня была? Ладно, показалось. То есть я тут смотрю, тут тоже есть маленькие лампочки невидимые, но основное освещение не работает, нужно это как подкорректировать, я тут ничего не вижу. Да, согласен. Тут только чтобы не споткнуться. О боже мой, это что? Тут вообще темнота. Боже, вы что, экономите, что ли? Что лучше, играть на лагучих школы серверах или на Space Zone? Space Zone — недавно открывшийся проект по SCP Secret Laboratory. Чем же он хорош? У них присутствует один non-RP, а также один классик сервер, и проект не собирается останавливаться. Их рекомендуют такие ютуберы, как Alex Notfrill, SCP Убежище, а также я лично. Донат возможности сбалансированы, а на классик серверах отсутствует вообще. Сервера мощные, пинг подходит для комфортной игры. У них ты не сможешь заскучать, заходи и играй. IP и ссылка на Discord сервер в описании. Я ничего не вижу. Ну, я первым делом, если это не справят, я, блин, человек ответственный за это уволю, нахуй. Ну не надо, ну нельзя так, блять, а тут прям как в рай попал. Вот, компьютер. А где системный блок? Есть системный блок. Во, менеджер, я, кстати, вас искал как раз таки. Сотрудников 049, то есть охранника и научного сотрудника, нет доступа к комнате, где они ведут переговоры с 049. Проведите меня под двойную ответственность, я как бы все сделаю. Я это, правда, запишу в список, что нужно будет починить. А то ваш прошлый сотрудник, тут менеджер, не справился, его, по-моему, черти съели или утащили куда-то. Опасно, опасно на рабочем месте таком. Ну, инженер, ну что такое? Ну что у вас со светом не так? Инженер, идите чините свет лучше. Счетчик проверь, я не знаю. Вы вообще более-менее освоились уже? Да я только приехал. То есть первый день на рабочем месте вообще, да? Да, первые 5 минут на рабочем месте, я бы сказал. Ну что, ему кровать инженер поставил, у него все отлично. Почему кровать ставит инженера? Потому что он универсален. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, менеджер. Добрый день. Так, у вас нету допуска, да, нужного? Да, у нас нету карты нужного уровня, чтобы открывать и закрывать эту дверь. Вот, пожалуйста. Ну, по идее, вы можете сделать запрос, и примерно через месяц вам карту пришлют. А сейчас никак? Ну, вообще-то, нарушение устава. Можно ее подпереть ломиком, если что. Это оно как бы по датчикам незаметно будет. Да, ну ладно. Ну, мы так делали на прошлой работе. Я прибыл решать проблемы, так что, слушайте меня, все будет окей. Ну вот у нас есть проблемы с дверью. Ну, не закрывайте. Ладно, не я важно. Я же говорю, ломиком подоприте, не закрывайте. А привезете мне еще заболевших? Я чувствую, не умею. Да, конечно, привезем. У меня есть коллега, он болеет алкоголизмом. Вы такое лечите, кодируете? Да. Привезите его сюда. Добрый день. Вообще, доброе утро, не? Утро, да. Под землей что-то непонятно. Сколько время? Завис. Умер. Не потянул, пошли. Слишком сложный вопрос. Так, ну давайте так, освещение у вас не работает, да? Ну это к инженеру вопросы. Да, дверь не работает. Ну ломиком подперли, думаю, нормально будет. Ну да, лайфхаки. Комп завис, нужно, чтобы отвис. Это к айтишнику местному вопросы, к коньякейщику.
Mm-hmm. Что еще? Да давайте, что у вас работает? Это хорошо. Можем проверить. Ну, у нас работают сотрудники с объектами. То есть 049 вы только что проверили. Можете проверить объект 939 со множеством голосов. Ну давайте. Я тут проводил эксперимент. Как раз хочу написать отчет старшему научному сотруднику. Научный сотрудник, я очень извиняюсь, я понимаю, что вы, наверное, умнее меня, но, по-моему, на стуле нужно сидеть. По действию сижу. А, ну ладно. Хорошо. Пройдите лучше сюда пока что, на всякий, для безопасности. То есть, вот этот стол меня защитит в случае чего, да? В случае чего, да. А, кстати, проверяй аптечки, есть ли аптечки. О, аптечка есть, не украли. А у нас система комплекса зависла, чтобы ты понимал. Он рядом. Да, у вас компьютер завис, когда мы спросили у него сколько времени, и все, он умер. У вас службы безопасности, я хотел бы вам передать, что на протяжении этого времени, пока вы гуляли по зоне, здесь отсутствовал сотрудник безопасности, который по регламенту должен охранять камеру содержания. Нихуя себе, оно отвисло. Так сколько времени? Блять, обратно завис. Блять, он умер опять. Вы с собой термос взяли? Да. Будете? Нет, не горю желанием. О, что это за пузырек? А, это лампочка. Я нашел решение наших проблем со светом. Это только все усугубит. Да? Ну ладно. О, инженеры, что со светом? Ну, пойдите сюда, отлично. Ужасно! Даже компьютер глючит. Он время сказать не может, он зависает. У него блок вычисления маленький, он не справляется. Блин, ну так поменяйте. Че, он на Pentium работает или что? Да. Хватит Intel покупать. Ёп, твою мать. CP106. Так, пройдемте за мной. Окей, вот это жопа. Сколько у вас людей тут умрет в месяц? Много. Все, светошумовая есть, можете тоже взять инженер, если умеете пользоваться. Я тоже, кстати, умею. Отлично, берите на всякий, пойдемте. Инженера забыли, ну ладно. А ну он, наверное, сейчас свет пошел чинить. Такой ответственный. Ёб твою мать. Что, еще один? 0.96. Все, следуем к воротам А или Б. Все, стреляйте сразу. Господи! Добрый вечер. О, да вы тоже сюда попали, ну, поздравляю. Он за мной вернулся. Да, как нам эту проблему решить нам? Мы явно в дерьме находимся. Понимаю. Туда надо идти? Я пойду. Не знаю, я тоже. Блять, це пиздец. Там, Серг, снимаешь видео? Да, снимал, нахуй. Парни, мы профессионалы, одного меня достаточно, чтобы... Законтеймить 109-го. Спереди! Что? Кто? Да, блядь, граната! Да стреляйте! Там и так работают, не надо уже вмешиваться. О, нет! Отходим! Не знаю, блядь! Ай! Ускорили наушники, блядь! А, бляха-муха! Все, отходим! Закрывай! Ее убили. Не только не Михалыч, нет! Почти Михалыча. Володи нету. Спереди. Вот он, сзади. Кто еще живой остался, дебилы мои? Не авторизованный персонал в комплексе! Бля, не авторизованный персонал. Юниформ 18, вы еще живы? Кто-то жив с отряда? Ну смотрите, наш жив КТУ 18. Все живы, но я бы вам посоветовал идти на улицу. Только вызывать. Вижу в хэви-зоне, а не в хэви-зоне уже. Да, пока. Блять, меня прижали у дока. Блять, разрешаю дать вам пиздец. Да, серьезно? Хорошо, я мать не продам, я жопу продам. Будьте оптимистом, друг мой. Капитан! Я пошел в Банзай! 18, блять! Почему в отряде мокнуло прибывшим человек 6 от силы? Всех, кого смогли наскрести, последние резервы. Парни, рад тебя видеть. А, ты один только? Ну, нас много. Ну да, но мы разъединены. У меня сдохла рация, блять. Парни.
Мы тут! О, добрый день. От вас пахнет как-то странно. По-моему, вы заражённый. Это просто... Не-не-не, это сдохшая батарейка. Точно? Просто. Да, это сдохшая батарейка. Да, только что он выкинул рацию. Выкиньте рацию. Вы еще. Уже выкинул. Но, подожди. Товарищ умный доктор, все мои солдаты лечатся водкой. У них все заебись. Да. Там подожди. Поставят алло, блядь! Бля, я за своего прибил! А, мне поймал! Кто? Подожди. Мой на поражение. Мне эмальник нужно перемотать. Ой-ой-ой-ой. Он меня атаковал. Отступай. Там столько аптечек, ты что? Вот он. Давай, подходи. РП-действие держу за руку, РП-действие надеваю мешок на себя. РП-действие тоже держу за руку. РП-действие веду объект за собой. РП-действие держу за ноги. Отпускай. А это дверь в Нарнию или что? Наверное, сейчас. О, да, в Нарнию. Да ну нафиг. А шо, оно не работает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и комменты обязательно.